Погоди, вот мы и приехали к деду-то. Все наши в лодке. Давай, давай, причаливай! Концы, концы держи! А, Варвара! Что, дура? Ага, тот вот. Эх, вы! Здорова ли, мать? Где Алексей-то? О, Скот, он целый. Слезайте в лодку. Здравствуй, Григорий. Марина Ивановна. Это дядя Яков. Быть бы Якову собаку. Но-но. Дядя Михаил. Мастер Григорий. Отца, отца. А это братья твои, оба Саши и тетка Наталья. Ну. Цыганок под мастерьем. Приданным приехали, сестрица. Чич! Хармасон! Ласков отец с Марькой-то. Отдаст теперь приданную ей. Надька, вам яблочко-то покушайте. Сыновья-то как? Все делят, не поделят. Тебе вот. Эх, дети, дети. Все наше племя. Во сколько. Быть бы Якову собакою, выл бы Яков с утра до ночи. Ой, скучно мне, ой, грустно мне. За печкою сверчок тарахтит, тараканы беспокоятся. Ой, скучно мне, ой, грустно мне. Да будь тебе, Яша, сердце надрывать. Ванюш, сплясал бы. Эх, прочь грусть, тоска. Ваня, становись. Становись. Бабы, давай. Нет, отодвиньте столы. Ванюш, Саш, просит тебя Ha!
штаба твоего сюда, Алексей Максимович. Он бы другой огонь зажег. Ты его помнишь? Ну, бывало, он, да бабушка. Погоди, погоди. Акулина Ивановна, сделай милость, пройдись разок, как бывало с Максимом Саватеевичем хаживала. Утешь. Да что ты, Свет, что ты, сударь Григорий Иванович, да где уж мне плясать-то, только людей смеши. Мамаша, спляши. Спляшите, мамаша. Ну, мамаша. Бабань, спляши, бабань. Спляши, бабань. А ну, смейтесь себе на здоровье. Ну-ка, Яша, перетряхни-ка музыку-то. Для праздника. Вот, учитесь, кто я был? Сирота, нищей матери сын. В лаптях пришел в Нижний. А вот дошел до своего места. Старшиной цеховым был. Начальник людям. И в доме добытчик. А вы что? Эх вы! Ванька, работник ты, золотые руки, дуй тебе горой. Выделит меня отец. Иди в мою красильню. Никак нет, Яков Васильевич. Почему? Василий Васильевич, сказывали, откройте еще красильню, с ними останусь. Ограбит меня отец. Варьки все. Молчать. О, Ванька с тобой останется. А нас когда выделишь? Когда нас выделишь, давай наши деньги. Скатерти покупай. Варьки приданное хочешь отдать, а наше? А наше. Молчать. Никому не дам. Я добытчик. И все мое. А я что, не кому? Сын? Нет, кому не отдашь? Ты полный, полный тебе, Яш. А? Молчи. Молчать! Отдай ему, отец, ну? Все легче ну? Тебе будет. Ну, чич, потащится. А я что? Я чужой, да? Кто такой? Кто такой? Сегодня дели. Парьки все. Вся щенкова я. А мне? А мне? Чего тебе? А я не сын ему. А кто старшой? Кто старшой? Кто старшой? Ух ты, подумай. Ишь ты! Эх вы! А я! Кто старшой? Да ты знаешь? Я или он? Кто старшой? Я старшой. Я! Эх вы! Ах так! Эх вы! Эх вы! Ты меня! Брата! Кипятком! Эх вы, разбойники! Ты сын! А я не сын! Кто старшой? Кто старшой? Пусти! Сейчас. А я не сын. Ах, да. Кто старшой? Кто старшой? И ты старшой. Подлец я, разбитая душа. Эх вы, забавляетесь горем.
Неумное племя. Вот тебе. Крест тебе поставлю, огромнейший. Что, ведьма? Ну, родилась теперь я. А я не сын, да! А кто старшой? Ты, мать, гляди за ними, а то не Варвару ты Алексея изведут чего доброго. Полночь отсними-ка рубаху, я зашью. Надо, видно, делиться, мать. Надо, отец, надо-то, надо. Ну, знаю я тебя, ты их больше любишь. Мишка твой извит, а Яков Рамазан. Пропьют они добро мое, промотают. Тебя посадил на печь? Мать? Я сам. Врешь? Я сам, я испугался. Ух ты. Весь в отца. Шел вам. Приданы взять себе. Отстань, говорю. Он ну тебя. Когда ведь дядя раздрались, видал? И дедушка шибко серчал. Дедушку любишь? Не знаю. А я, кроме бабани, всех кошельных не люблю. Пускай их демон любит. А меня? Ой, ты не кошерин. Ты Пешков. Другая кровь, другое племя. Ванька! Ну ладно, иди валяй. Работать надо. Ах, ой. Работать, Мишка, надо. Отец придет, он тебе покажет. Кого конца не шито, лодырь? Гляньте, ладари, руки-то золотые. Ну? Дай покрасить. Я тебя покрашу. В котел впущу. Ну? 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 Ну-ну? Ну-ну-ну. Чье дело, мусульмане? Чье дело, спрашиваю? Это Сашка Яковов устроил. Это он меня научил. Он сам меня научил. Это он, дядя Михаил. В субботу выпарю. А дядя Михаила будешь пороть? Надо бы. Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну. Попробуй, тронь. Моя мать самая сильная. Иди, иди. Ты чего хнычешь? Легче всего украсить. Уж я знаю. А? А
А если скатерть покрасить, дедушка так выпарит за это, что вся шкура слезет. Не выпарит. Моя мать самая сильная. Он побоится ее. Иди сюда. Вот здесь синяя. Зови бабаню скорей. Надо от греха подальше. Ну и попадет тебе за это. Ах ты, пермяк, соленые твои уши, чтоб тебя приподняла душа, да пнула. Ну ж ты, Ванюшка, не сказывай дедушке то. А мне что? Глядите, вон Сашутка не наябедничал бы. Беру мыша. Ложу в банку. Тары-бары, растобары. Нет мыша! Ой, ух нету. Ты! А ну покаж! Умный житель мышь, ласковый. Его домовик хранит. Во, как понимаешь. О! Оп! А это из сказки домовик? Ага. Бабаня, расскажи про домового. Расскажи, бабаня, расскажи, расскажи, бабаня, расскажи, расскажи, бабушка, расскажи. Домовик родовик. Дома сторож. В старину-то люди, как из дому ехать на другое место, так и домовика с собой брали. А как это брали? А вот как. Закинут старый лапоть в подпечек, да и говорят, домовик, родовик, вот тебе сани, поезжай-ка с нами. На новое место на иное счастье. Вот так сани. А как это он в таких санях поместится? Так уж говорит. Да. Бабаня, расскажи. Расскажи, Бабаня. Расскажи. А вот еще что. Сидит на подпечке старичок домовой. Занозил себе лапу лапшой. Чается, хныкает. Ой, мышеньки, больно. Ой, мыша-то не стерплю. Ну? Ну, с Богом. Ну? Простите, Христа ради. Михаил, рад мучить. Простите, Христа ради. Высеку прошу. Ну-ка, снимай штаны-то. Простите, Христа ради. 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 Мужик. Простите, Христа ради. Простите, Христа. Алексей, иди ближе. Простите, Христа ради. Ну, кому говорю? Вы простите, Христа ради. Вот, гляди, как всех. Хорош, это не больно. А вот так болеть, это же наперсток. Я ведь сказала про скатерть. Да у нас не оправдание. У нас щеку первый кнут. Это же за скатерть.
Я все не дам, не дам! Изверг, Варя! Убери, Варя! Не дам! Ходи! Иди, иди! Валя, иди, иди! Не кусайся! Красиво! Иди, иди, что не отняла его, а? Испугалась я. Я такая-то здоровенная. Я старуха, и то не боюсь. Стыдись. Отстаньте, мамаша. Тошно мне. Не любишь ты его? Не жаль тебе сироты? Я сама на всю жизнь сирота. И если бы не Алексей, все равно ушла бы. Уехала бы. Не могу я жить. Подумай. Сил нет, мамаша. Пусть братья берут все. Не нужно мне ничего. Уеду. Кровь ты моя, сердце мое. Иди, иди. К тебе там лучше будет. А я при Алексее останусь. Буду ему и бабкой, и матерью. Ну что, твоя мать самая сильная, да? Здравствуй, сударь. Ты вот ведь не сердись. Вот видишь, я тебе гостинца принес. Я тебя тогда переперить того, брат, ну, разгорячился очень. Укусил ты меня, трапал. Ну, и я тоже рассердился. Однако не беда, что лишнего перетерпел. Зачет пойдет. Меня, думаешь, не били, Алеша? Били. Да как били? Вот ты пароходом приехал, пар тебя вез. А я в молодости сам, своей силой, супротив Волги баржу тянул. Баржа по воде, а я по бережку, воз, по острому камню. И накалит солнышко-то затылок, а ты, согнувшись от три погибели, косточки скрипят. Идешь, идешь, и пути не видать. Глаза-то потом залило, да, душа-то плачется, а слезы-то катятся. Идешь, идешь, матушка, ты Волга. Василий Васильевич! Василий Васильевич! А? Дело есть. Заказчик. По улице метелица метет, за метелицей мне миленько идет. Ты постой, постой, красавица моя, дозволь наглядеться, радость на тебя. Эх, как бы голос мне хороший, ушел бы я отсюда. По
попел бы лет 10, а там хоть бы что. А что это на руке у тебя? Да еще уже было. Зажило много. А чего это? Как вошел дед в ярость. И же запорит он тебя. Так стал я эту руку подставлять. Ждал переломить спрут. Дедушка за другим отойдет. А тебя и утащит бабаня или мать. Ну, прут не переломился. Гибок. Моченый. А все тебе меньше попало. Видишь, насколько? О! Так стало жалко тебя. Чую беда. А он хлещет. Хлещет, понимаешь? Ваня, я очень люблю тебя. Так и я тебя тоже люблю. Зато и боль принял. За любовь. А листал бы я за кого другого. Наплевала. А тебя поди-ка часто драть-то будут. За что? Дедушка упрям, и ты упрям. Уж мы сыщем за что. Тебя когда в другой раз сечь будут, ты гляди, не сжимайся. Не сжимай тело, тащуешь. Вдвойне больнее, если тело сожмешь. А ты распусти его свободно, чтобы оно мягко было. Киселем лиши и не надувайся. Оу, кричи, ори благим матом. Ты это помни, это хорошо. Я в этом деле умнее самого квартального. У меня образец кожи хоть сапоги шей, во как понимаешь. Ах ты, постой, постой, красавица моя. Эх, дозволь глядеться, радость от тебя. За метелицей мой миленький идет. Ты постой, постой, красавица моя. Дозволь наглядеться, радость на тебя. Ваня, кому дядя Яков хочет крест ставить? Дядя твой жену насмерть забил, замучил. А теперь ее совесть дергает, крест ей по обещанию на могилу ставит. Как же он забил? А так, бьет, когда люди не видят. Она не сдюжила, померла. А зачем он бил? Зачем? А он поди-ка сам не знает. Кошельный брат хорошего не любит. Тебе все надо знать. Ты гляди, а то пропадешь. Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего утопить хотели. Она все скажет. Она неправды не любит. Мне дядь Григорий все сказывал. Ты его не боишься? Нет. А ты его не бойся. Он добрый. Ах ты, постой, постой, красавица моя. Эх, как бы голос мне хороший. Ушел бы я отсюда. Песни ожег бы я народ. Ванька! Ванька! Господи, Господи. Чего? Где ходил? Заказом. Становись под комель. Держи. Ну, взяли. Давай, давай. Заноси, заноси. Так, так. Ваня! Ну? Ну-ну. Не сдюжишь, Ваня, а? Тяжело будто. Стыдись, Ванька. Мы оба жижи тебя. Открывай ворота, слепой черт. Ничего, Лех, ничего. Подёрж, Михайло! Ваня! Шел. Ваня! Иди, щенок! Плешивая дура. Ничего, дядь Григорий, сдюжу. Пошли, пошли.
Дядя Григорий, почему у тебя темные очки? От того, милый, что глаза мои свет не переносят. И с какой пар едучий. Глаза ест. А давно тебе пар глаза ест? 37 лет, милый. 37 лет на дедушку работаю. Всю мою силу он съел. Теперь вот ослепну скоро совсем. По миру нищим пойду. Как ослепнешь, я с тобой пойду. Буду водить тебя. Ладно? Вот и ладно. И пойдем. А я буду в городе оглашать. Вот это Василия Каширина, цехового старшины, внук. Дядя Григорий, почему дедушка такой сердитый? От того, что дела-то его все хуже идут. Что к чему говорится, к чему делается, а надо тебе все понимать. Отец твой, Максим Саватеевич, козырь был, он все понимал. Зато дедушка и не любил его, не признавал. Житье твое сиротское, трудное. Не поддавайся никому, смотри всем прямо в глаза. Собака на тебя бросится. Ей тоже отстанет. Ваньку! Стой-ка. Наткнулся он, его и придавило. И нас бы с Мишкой покалечило. Да мы вовремя креста сбросили. Вы его и задавили. Ну-ну-ну. Вы. Ну-ну. А дядя Михаил в церковь погнал за отцом на лошади. Хорошо, что не сам-то я под комель встал. А то бы и меня. О. Где он? Где он? Эх, вы! Злодеи! Парни, какого извели! Ведь ему цены б не было лет через пяток! Эх, вы! Голубчик ты мой, если ребенок утешный, вон окаянные. Простая душа была Ванка. Ранней весной, в дождливую ночь, нашла я Иванку у ворот дома на лавке. Подкинули, лежит в зипун обернут. А зачем его подкинули?
Бедность все, Алеша, такая бедность, что и говорить не след. Дедушка хотел Ванюшку-то в полицию нести, да я отговорила. Очень обрадовалась я Иванке. Уж очень я люблю вас, маленьких-то. Ну, и взяли. Я его вначале жуком звала. Совсем жук. Ползет и жужжит на всю горницу. Да вот, дядь, я извели. Бабушка, а почему дядья злые? Они просто глупые. Мишка-то хитер, да глуп. А Яков так себе блажен муж. Ну, пойдем, голуба душа, пойдем. Михаил Васильевич, за реку едешь? За реку, говорю. Господи, Варваре-то улыбнулся бы радостью какой. Сыновья-то как ссорятся. Михаил-то старшой. Ему бы в городе надо остаться. А... За реку ему ехать, то обидно. Ты сам знаешь, всякому хочется, что получше. А отец, он Якова больше любит. А это хорошо, Господи, не равно-то детей любить. Упрям, старик, ты вразуми его, Господи, как надо на детей-то поделить. За реку не поеду! Еще вспомни, Господи, Григория, глаза все хуже. Ослепнет, по миру пойдет. Нехорошо. Он всю свою силу на дедушку истратил. А дедушка разве поможет? Ведь не спишь, разбойник, не спишь, голова душа. А, так ты над бабушкой, старухой, шутки шутить затеял. Что Редькин сын съел комара? Голуба душа, Господи. Ну, что еще? Вот Алексей не дается деду. Все поперек слова норовит сказать. А как ему жить, сироте? Ну, мать, посетил нас Господь! Горим! Мишка, все! Мишка! Черт! Ну, чего, каян? Я же говорил, дьявол! Мишку видим! Григорий-то где? Мама, это Мишка, Мишка, все это он поджег! Ослеп! Ничего не себе! Ослеп! Купорос! Купорос! Стойте! Взорвет ведь Купорос! Держите ее! Держите! Ой! Ой, пропала! Ой! Ой, пропала! Ой! Ой! Да где же она? Да где же? Ой! Ой, пропала! Пропала! Ой!
не видите? Горю, горю! Отец, лошадь выведи! Лошадь выведи! Ну! Стой! Мать, держи! Не бойся, я тебя оставлю с трагедоком. Ах ты, мышонок! А ну, по стороне! На ногу! Поехали. Это Мишка все. Дядя Григорий. А? Алексей Максимович. Ну вот и все. Не видать ничего. Алексей Максимович. Алексей Максимович. Алексей Максимович. Григорий рассчитать надо. Это его недосмотр. Отработал мужик, отжил. 37 лет отработал тебе, отец. Нельзя. Он совсем ослеп. Ладно, ладно. Не твоего ума дело. Вот детей теперь как делить буду. Да и делить-то нечего. Совсем погорели. Легче тебе будет, отец. Михайло, значит, за реку. Яков здесь останется. А мы с тобой на новое место. Эх вы! Быть бы Якову собакою, был бы Яков с утра до ночи. Ой, скучно мне, ой, грустно мне. Погорели? А ты думал, тяжки все. До варки щенку ее. Врешь? Кто это? Лешка. Дурак. Боргина племя. Тебе сани, поезжай ко с нами на новое место, на иное счастье, думал Виктор. Отец, отец. Погляди. Ты куда, щальмец? Григорий!
видишь фигуру? Это аз. Ну, говори аз. Аз. Буки. Буки. Веди. Веди. Глаголь. Глаголь. Это что? Буки. Попал. А это? Веди. Верно. А это? Земля. Попал. Это что? Аз. Аз. Буки. Буки. Веди. Веди. Глаголь. Глаголь. Добро. Добро. Живете. Молодец. Глаз. Земля. Мать, ты гляди, как взялся-то, а? Видишь? Ах ты лихорадка астраханская. Ты чего на меня орешь-то, а? А вы чего кричите? Я кричу, потому что я больной. А ты чего? Да будет вам надрываться-то. Что, блядь? Ну? Чего делаешь? Ты откуда? Здешний внук. А-а-а. Каширин? Не Каширин, а Пешков. Пешков? Пешков. А-а-а. Хорошее дело. Ну, залезай сюда. Только сиди смирно. Добро. Скверно пахнет? Да. Это вот хорошо. Если уж скверно пахнет, то нехорошо. Это, брат, не всегда, так однако. Ты в бабки играешь? Возле? Да. Играю. Хочешь, я тебя на лизок сделаю? Хочу. Хорошая битка будет. Да? Ну да. Ты мне приноси на литок, я тебе битку сделаю. А ты за это ко мне больше не ходи. Хорошо? Вы чего Егошу бьете? Ребята, это Каширин внук. Брысь. Я не Каширин, я Пешков. Нет Каширин. Нет Пешков. Нет Каширин. Нет Пешков. Нет Каширин. Нет Пешков. Побили. А банку нашел? Ну-ну. Ну не сердись. Давай с нами дружить, а? Thank you.
Да. Подайте, Светенька. Подайте, Светенька. А что это у тебя? А ты полезай сюда, увидишь. Тише ты, уронил. А что это в коробочках? А это, брат, зверильница. Покажи. Гляди, не открывай, а то убегут, я их поймать не смогу. Почему? Вот ноги у меня какие, обе такие, сроду. Не ходят, не живут, а так себе. Один. Угу. А тебя звать как? Алексеев. Значит, тезка мне. Ты приложи к уху, послушай. Ну что? Шевелится кто-то. Ага, это паучишка там сидит. Его зовут Барабанщик, хитрый. А вот это тараканишка Анисим, хвостун вроде солдата. А вот это муха, чиновница. А это черный таракан, большуший хозяин. А ты почему им всем человечье прозвище даешь? Ну, если они на людей похожи, прямо ужас как похожи. У нас во дворе чиновница живет. Целый день зудит, жужжит, всех ругает прямо муха. Или же хозяин, ну совсем как таракан, влажный. Надут. Откуда ты их берешь? Сам ловишь? Которых сам ловлю, которых ребята приносят. Тут ко мне ребята приходят. Жалеют они меня. Вот бабочков и мотыльков нету только у меня. Но эти в чистом поле бывают. А мне разве дойти? Слушай, а ты чисто поле видел? Видел. Хорошо там. Вот попасть бы мне в чисто поле, а то умру и никогда не увижу. Слушай, а это Бог сделал чисто поле? Должно быть. А Бога-то где делают? В богадельне? Наверное. Слушай, а если таракана все вскормить да вскормить, так он вырастет с лошадь. Если хорошо кормить, вырастет. А мышь? Мышь-то уж совсем можно раскормить до лошади, верно? А что ж, можно. Подостать бы мышь, раскормить бы ее с лошади, запречь в тележку и выехать бы в чисто поле. Я бы взял туда зверельницу и всех выпустил. Гуляй, домашние! Чу, музыка пришла. Подними-ка скорее меня. Это муха-чиновница дерется. Да, иди, бери.
Раскорми с ложи. Уходишь? Я опять к тебе приду. Не обманешь? Нет. Ты давай дружиться со мной, ладно? Ладно. Да, а где ты мышь-то хранить будешь? Да вон, в банке. Меч его давно в пыль рассыпался, кованы доспехи съела ржавчина. Добрая одежда поистлела вся. Зиму и лето гол стоит Иван. Сам-то он не в силах с места двинуться, ни руки поднять, ни слова сказать. Это, вишь, ему в наказанье дано. Злого приказу не слушался, за чужую совесть не прятался. Знаете, это удивительно. Это записать надо. Непременно. Это такое наше, знаете, вот это самое. Запишите, что ж, греха в этом нету. Я еще много знаю такого. Именно это. Это такое наше, народное. Нельзя жить чужой совестью. Ты за мной? Нет. А что? Да. А. Ну, садись. Будем сидеть с тобой и молчать. Ладно? Ладно. Вот, смотри. Хорошая у тебя бабушка. Это ему наказание дано, злого приказу не слушался, за чужую совесть не прятался. Запомни, брат, это. Хорошо. Писать-то умеешь? Только читать. Научись. А научишься, записывай все, что бабушка рассказывает. Это, брат, очень годится. А ты чего в горнице делаешь? Одну штуку, брат. Какую? Давай лучше помолчим.
брат, вот я и уезжаю. Зачем? А разве не знаешь, мать приезжает. Комната для твоей матери нужна. Кто это сказал? Дедушка. Врет он. Для матери есть другая комната. Врет он. Не сердись. Я все равно и теперь и без того уехал бы. Ты помнишь, я сказал тебе, чтобы ты не приходил ко мне, а? Помню. Так ты что, обиделся на меня, да? Да. Ну, а я, брат, не хотел тебя обидеть. Я знал, что если ты подружишься со мной, так твои будут ругать тебя. Да и меня тоже. Понял? Это я давно понял. А, ну вот тут вот и есть это, братанов, самое. Отчего тебя не любит никто? Чужой, понимаешь ли, вот это самое, не такой. А ты не сердись. Ты помнишь, что бабушка говорила? За чужую совесть не прятаться. Ну? Молодцы, молодцы. Хорошее дело. На-ка, отнеси в лодку. Понимаешь, всякую вещь надо уметь взять. Это очень трудно, уметь взять, как и жизнь. Понял? Прощайте, ребята! Ребята, прощайте! Эй! Прощай, Алексей Максимович! Господи, а я грешнее других. За что? Эх вы! За что? Да что ты так растосковался, Тотти? Пропали деньги, обанкротился барин-то. Да полно тебе, Господь-то знает, что делает. Знает он, умодил настиг. Ни радости нет, ни покоя. Помяни ты мое слово, еще нищим подохнем. Нищими. Эка беда, нищими. Ну и нищими. Ты знай себе, сиди дома, а помер-то я пойду. Мне подадут, не бойся, сыты будем. Ты брось-ка все. Эх, дура, блаженная ты дура. Последний ты мне человек. Ничего-то тебе, дуре, не жалко. Ничего ты не понимаешь. А ты бы вспомнила, али мы с тобой не работали, али не грешили ради детей. А дети Мишка с Яшкой мотают, пропивают мое добро. А все ты потакал им тачем. Эх, ты потачица! Потачица! Эх, потачица! Не смей бить! Не смей! Не смей! Не смей бить! Кто у тебя здесь жил? Как его это? Химик? Куда уехал? Здесь? Когда? Дай бог память. Неужто? Господи помилуй, пойдем. Подбери подушки-то. Надумал тоже. Подушками шевеляться. Больно тебе? Ничего. Завтра буду баню топить. Вымоюсь, пройдет. Лицо-то не избито у меня, нет. Бабань, ты чего так терпишь? Разве он сильнее тебя? Не сильнее, а старше. Кроме того, муж, мне наказано терпеть-то. А я не буду терпеть! Да что ты говоришь-то? Вот сохнет твой язык, вот услышит дед твои слова. Ну и пускай! Вот приедет мать, я ему тогда покажу. Ты вот что, голубая душа,
Ты не сказывай матери-то, что он бил меня. Не скажешь? Нет. Ну и ладно. Стало быть, все шито-крыто. Подбери-ка святство. Мать! А мать! Постоялец наш против царя, бунтовщик! Вот ведь угодники-то божьи избавили от беды, милости, кирика, улиты, варвары, великомученицы! Кто позволил взять вяксы? Убью! Убью! Ах ты, разобрал! Папаша! Убью! Опомнитесь! Убили! И дочь тоже! Все против меня! Все против меня! Все! Как вам не стыдно? Ну все, что вы притворяетесь? Ну наклею я вам эти куски на коленкор. Еще лучше будет, прочней. Ну? Сегодня же наклей. Я тебе сейчас коленкор принесу. Великомученица Варвара. А его надо сечь. Зачем же святство искромсал? А я нарочно. Пускай бабушку не бьет. Да-да, пусть не бьет тебя, а то я ему еще бороду обстригу. Какой ты большущий. Как удивают тебя. Постричь нужно. Да и учиться пора. Моя мать самая лучшая. Она никуда не уедет. Со мной будет. Я учиться буду. Во как! А моя вчера ночью опять пришла пьяная. Уж сегодня утром говорю ей, что ты такая страшная пьяница. А она говорит, дожди немножко. Я уж скоро помру. Я учиться хочу. Храню мать, пойду в училище, поклонюсь учителю в ножки, что взяли меня учиться. Я тебя учить буду. И я. А мне охота голубей завести. Как взовьется белый турман в синее небо, да пойдет кругами ходить. Хорошо ведь? С нами хорошо. Хорошо. Словно сокол. А у меня нет ни отца, ни мамы. Довез меня дядька сюда, да утонулся. А ты из какого города? Да он забыл, как город-то называется. Забыл. На Каме. На Каме? Город на Каме. Где не знаем сами, не достать руками, не дойти ногами. Вот так город! Город ногами, где не знаем сами, не достать руками, не дойти ногами. Да что ты? Разве на товарищев? Сердится. Айда, ребята. Пошли. Айда. Пошли, айда. Не пойдем ногами, не возьмем руками.
гости. Отец тебе новый приехал. Быть бы я кого собакою, выл бы я кого с утра до ночи. Ой, скучно мне, ой. Кто это? Это еще тебе бабушка. Ой, скучно мне. Вот и отец тебе. А я тебе краски подарю. Ой, грустно мне. Не надо мне вас. Послушай, чего ты злишься? Если бы ты знал, какое это горе для меня. Мам, я больше не буду так делать. Только не плачь. Не нужно озерничать. Не нужно. Вот я выйду замуж. И мы поедем в Москву. Потом воротимся. И ты будешь жить со мной. Станешь учиться в гимназии. Потом станешь студентом. Доктором, может быть. Ученый, может быть, чем хочет. Чем только хочет. Ну ладно, спи. Мам. Другой нити портянки. Я сам буду кормить тебя. Сам буду работать. Только не уезжай. Достаточно. Скажи ему, чтоб слушался меня. Слушайся, дедушка. Ага, то-то. На! На! Пошли, мать. Пойдем чай пить. Видно, судьба тебе со мной жить. Вот так и станешь ты об меня чиркать, как спичка об кирпич. Эх, а дом-то я ведь продал. Эх, да ведь и все.
Съезжать надо. Вот, это твое, и больше ничего от меня не спрашивай. Поезжай-ка с нами на новое место, не носи счастья домовику. Я тебя повезу, Еретица! Я тебя повезу! Собрали, а? Плохо сегодня собираем. А нам с бабаней на двоих пятак на день надо. 2 фунта хлеба надо? Надо. 4 копейки. Сахару на копейку надо? Надо. Вот и пятак. Эй, ребята! Я 3-е колесо Ленке нашел! Это я нашел! Это Ленке будет! Хорошо, Ленке будет! Ленке будет! Хорошее колесо. Пошли ветошь продавать. Хранить будем. У меня. Во, Ленька рад-то будет. Алексей, завтра в ряды приходи, ладно? Ладно. 1, 2, 3, 4, 5. У тебя чай-то меньше моего. Мой крупнее, наваристее. Значит, я должен их положить меньше. Как тебе не стыдно, дедушка? Не твое дело. Упиваете вы меня, до костей объедаете. Эх вы! А ты полно. Ну, что такое? Стар старичок. Вот и дурит. И пускай дурит. Кому горе? Копеек на 6 потянет. Ну? Это Леньке. Эх вы! На, бабаня, возьми. Вот спасибо, голубая душа.
Ну, Алексей, ты не медаль. На шее у меня не место тебе. Иди-ка ты в люди. Нечего сидеть. Нечего. Я уйду, бабаня. Уйду. Хорошее дело. А, Алексей Максимович, вот мы и опять встретились. Ты какой большой стал, здоровый, а? Что это тебе? А? Читаешь? Да. А, ну читай, читай. И думай. Ну а как твои-то, дедушка? Дедушка, как дядя Григорий. Что? Побирается. А, ну а бабушка? Помнишь, бабушкин тут бывальщину? Слово приказа не слушался, за чужую совесть не прятался. О. За что вы? Когда-нибудь узнаешь. Ну, прощай, брат. Свидимся мы еще с тобой, брат. Прощай. Давай, давай, давай. Я ухожу в люди. Хорошее дело, хорошее. Вот она, шарика. Наше вам почтение. Начинаем представление. Только сегодня, только для вас, только всего лишь единственный раз.
Господа мои хорошие, подайте, эх вы, подайте, пирожка подайте. Подай. Господа мои добрые, подайте кусок пирожка. Эх вы. Василий Васильевич, примите. Фу! Убили вы меня! До костей! Эх вы! Айда, ребята! Айда! Вот она, чисто поле.